Теперь о том, что происходит в мире. К протестующим врачам в Южной Корее грозят тюрьмой, если они не прекратят забастовку. Речь идет о 3 годах лишения свободы и отзыве лицензии. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения в ходе брифинга. Пак Мин Су также отметил, что сегодня уволились еще около 9 тысяч человек. В результате больше 100 больниц страны отменяют или переносят записи, а также активно используют телемедицину. В ответ на забастовку власти увеличили количество рабочих часов в больницах и привлекли к приему пациентов военных врачей. Отмечу, активисты выступают против увеличения ежегодной квоты в медвузы до 5000 мест. Чиновники инициативу объясняют нехваткой кадров. Медработники же заявляют, что это не решит проблему, а только скажется на их заработке.